Всем привет! Вы на канале «Подделки-самоделки». Сегодня я покажу вам, как сделать бумажную подарочную коробку своими руками. Положить в нее можно любые мини-подарочки, которые вы хотите подарить. Мини-блокнотики, необычную ручку, ластик в виде губной помады, цветы из бумаги, записку или просто конфеты. Выбери, какая коробочка из бумаги тебе нравится больше. И за нее поставь лайк. Для оригами коробочки вырежем бумагу следующих размеров. От каждого края сделаем пометки карандашом, отступая нужное расстояние. Соединим пометки отрезками, получая места для сгибов. Проверьте, у вас все так, как у меня. Если нет, исправьте. А если да, тогда сделаем сгибы с помощью линейки. Прикладываем ее к каждой из линий и просто сгибаем. Получается все ровненько. Далее надрежем каждую правую боковую сторону углового квадрата. Загнем надрезанное и нанесем на эти места любой клей, который у вас есть дома. После чего с легкостью склеим, формируя коробочку из бумаги, вернее одну ее часть. Делись видео с друзьями, чтобы они могли делать такие красивые коробочки. А чтобы сделать вторую, вырежем из листа А4 полоску шириной в 7 сантиметров. По длинным сторонам сделаем следующие пометки карандашом. Также соединим их вертикальными отрезками. Лишний кусочек с правой стороны обрежем. По остальным линиям сделаем сгибы, воспользовавшись линейкой, как и в предыдущий раз. Склеим оба края вместе, получая нужную деталь для полноценной коробочки. Такой себе пенальчик. Из цветной бумаги размером 20 на 11 сантиметров сделаем обложку для подарочной коробки. Нанесем клей на одну из сторон и приклеим ее в правую часть, делая отступ от цветного края в 5 мм. Видите, как у меня получилось? Также нанесем клей на верхнюю часть коробочки и приклеим обложку сверху. Вот так. Лишний кусочек нужно будет обрезать. Сделаем ровную черту и по ней ровно все обрежем. Получилась очень необычная подарочная коробочка в виде книги с тайником внутри. Приклеим бусину, чтобы легче было открыть коробку и достать подарок. На лицевой стороне, отступив от края приблизительно 1 сантиметр, начертим рамку карандашом со всех сторон. Украсим ее полосками, красивым рисунком и надписью. Просто прелесть, не правда ли? Поставь за свою коробочку лайк. До следующего видео, друзья. Пока-пока!